Илья, что ты делаешь? Что ты делаешь? Еб! Ты чё, дурак, сюда? Короче, сейчас мы находимся на Черкасском вокзале. И ждем еще одного пекочка, Ростика. Он любит опаздывать. Вот. И 8:28, да? У нас поезд на Одессу. Да, привет к Игорю Вереничу, Мише Штреблеву, Олегу Грибу. На новом поле пробываем нечего из любви поезд номер 147 в Одессу. Максим! Привет! Макс, дай компот! Чисто я заболел нахрен. Все, Одесса ожила. Блять, погоди, я запушил, погоди, сейчас. Иди. Ну, блядь. Идем будить Ковалевского. Подъем! Wake up, bitches! Бандитос! Wake up, bitches! Бандитос трейсеритос! Нихуя не понимаю. Какое это бывает? Доброе утро. Биться будем. Разбить. Что? Я сейчас заспал, по идее. На 4 заспал. Джон, я говорил, Сина. Ты, сука, ты знаешь, что Тёма ебал, сука? Я лежу, ты поворачивайся, локтем. О, чай. У нас же по сосиске есть. Вот, заебись. Одесса, дешевле, пацан. О, мазепатка. Я рад вас их видеть, дорогие. Я думаю, будем сотрудничать в дальнейшем. В дальнейшем будем работать с вами. В общем, Одесса днем. Все дела. Какие-то пацаны стоят. Эй, ты что снимаешь? Камеру убери, говорю. Are you listening? Damn. Говно. Короче, ребят, мы буквально 5 минут назад заходили в магазин. Я купил 2 Monster Energy. Вот. Мы их уже открыли, половину выпили и посмотрели на срок годности. Короче, он просрочен на 6 месяцев. На 6 месяцев? На 6. На 6. 6 месяцев. Я, короче, ну... Я постоянно, когда что-то покупаю, я, короче, не беру этот чек. А в этот раз я что-то так подумал, типа, блин, ну возьму, короче. И, в общем, мы смотрим, что на 6 месяцев просроченный продукт.
Ми заходимо в магазин, короче. І баху є на хіба для нам... діга, вона розумію. Роді біл, сука. І, короче, нам возвращають бабки. Тобто я, короче, попив монстр на халяву. Так вот от турника был. Так вот голова, везучу, вот так вот, блядь. Ваня, это должно быть, блядь. Я говорю, надо было снять ко мне, блядь. Ты, блин, батя, в капусте родился, отвечаю. Высокий. Подожди, сделай фотку и убирай свой фотку. А ты видишь матч? А потом вырезай. Я говорю, Ваша, говорит, да, только что приехал. Припарковал. Поехать можно? Не. Контроль? Не контроль. Сейчас машина. Давай, Сван. Да! Да! Сван. Да. Хорошо. А я у Максима дал. Ого, первые 40 лет мальчика самые трудные. А с вами можно ехать уже? Нет, я уже спрашивал. Организатор. О, что не камера, я ничего не вижу. Программа? Камера тяжелая просто. Смотри, раз, два, три. Вообще не вряд ли.